Йоу, всем привет, с вами снова Килобайт. Сегодня я вас научу, как правильно писать биты на лупах и как всегда попадать в тон. Нам нужно найти какой-нибудь шикарный луп. У меня есть луп-кит от 808 мафии. О, вот этот норм. MP3-версии лупов всегда в начале есть хвост, который нужно обрезать. Так, обрезаем с другой стороны. Теперь мы должны кинуть луп на один из каналов и закинуть на него плагин Melodyne. Плагин Melodyne можно скачать на любом первом попавшемся сайте, потому что он не требует никакой активации, это просто обычный плагин. Мы закинули Melodyne на канал с мелодией, и сейчас мы должны нажать вот эту кнопку. Трансфер и плей. Так, у нас есть основной кусок мелодии, и вот все наши ноты. Сейчас мы их должны сохранить в MIDI-файле. У меня отдельный файл есть, который я всегда сохраняю. Все сохранили, теперь мы включаем Melodyne. Он иногда бывает тупит. Так, теперь мы заходим в сэмплер и кидаем сюда MIDI-файл. Все, теперь у нас есть ноты нашего лупа. Начинаем писать драмку. Звучит круто. Теперь мы переходим к основной части видео. Как писать бас в тон. У нас есть ноты нашего лупа, и сейчас мы будем прописывать бас. Возьму вот этот прикольный. Немного подредактирую. Я всегда вязаю дефолтный клипер. Здесь ничего интересного нету. Корневая нота нашего лупа — это D-sharp. Так, идем дальше. Наш паттер с басом готов. Давайте послушаем, как он звучит. Сейчас я допишу драмку. Всем спасибо за просмотр, пользуйтесь этим плагином, подписывайтесь на мои социальные сети, скоро в моем паблике ВКонтакте выйдет новый луп-кит. Всем удачи! Kilo on the beat.